Ладно, давайте какой-нибудь видос посмотрим. С кого начнем сегодня? Кто у нас там сегодня видосы выпустил? Вот, Геннадий Горин поздравляет с Новым годом. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, кто смотрит это мое видео! Здравствуйте, телезрители! Всем привет! Телезрители, то есть, видите, да? Я так понимаю, будущим президентом у нас будет Геннадий Горин. Он уже готовится, да, к 2024 году. Вот и представьте, да, 2024 год, Новый год. Включайте телевизор, а там... Это... Вот уходит старый год. А, ну да. 2019-м мы будем провожаться год за столом, кушать еду. И, конечно, встречать Новый год 2020-й. Год крысы или год мыши. Ну, я хочу мышь, да. Пожелать так. Стрелку потерял. В новом году, чтобы было у вас все хорошо. Счастья вам в новом году, 2020-м. Еще хочу пожелать... Ну, такой искренний, добрый человек. Прям, ох. Пожелаться удачи, чтобы вы были... Блин, от души говорит, не то, что эти блогеры, да, которые сидят там, я не знаю, заготовили текст, и там с какой-нибудь сотой попытки, да, наконец-то записали поздравление. А тут просто сел возле елочки, видно сразу прям с доброй душой, от всей души поздравил нас с вами, россиян. Веселые, смеялись. И то есть вроде как душевно больной человек. Но в то же время... Боже мой, этот стоп-кадр точно добрый. Вот, но в то же время, да, вроде как у него там что-то с головой, но тем не менее... Добро в нем оно никуда не делось. Также смотрели мои видео на канале Геннадий Горин. А если кто хочет запустить салют, может... Он не душевно больной, у него проблемы с речью. Серьезно, да? То есть ты хочешь сказать, что это всего лишь речь проблемна, а все остальное, что он делает и как он это делает, это... Типа, это нормально для обычного человека. Хорошо, ладно, я тогда, возможно, ошибался. Можете запустить салют у себя в доме. Что я могу еще сказать? Подожди, где запустить салют? Запустить салют? Можете запустить салют у себя в доме. Определенно это здоровый человек, ребят. Просто проблемы с речью и все. В доме у себя салют запустить. А чё бы нет? Ну, можно. Отличная идея, никогда этим не занимался. Чё бы не попробовать. Так, знаешь, в Новый год с чем-то новым вступить. Вот. Осуждаю вообще-то. Блять, ебать. Можете запустить салют. Не, мне нравится, вот, как он это сказал. И вот после вот этот смешок его такой, знаете. Вот у себя в доме. Прям искренне пожелал это сделать. Такой, блять, давайте. Ну же, сука, сожгите себе хату. Блять. Сука. Вот рофлит, бля. Я орирую, нахуй. Что я могу еще сказаться? Да чего же тут говорить, если кто-то уже фейерверк дома запустил, все, блядь, конец. Уже ничего не надо говорить. Да я тебя сейчас так рычагом подниму, Морензи. Здоровья вам! Здоровья. Особенно после фейерверка дома, здоровья, да. И еще раз, и еще 10 раз. Ну, еще напоследок я сейчас зажгу бенгальский огонь для вас. Только фейерверки не взрывай дома, пожалуйста. Я же не президент, я блогер Геннадий Горин. И поэтому я так говорю. Президент Геннадий Горин. Поздравляю с Новым годом. Так. Ты что там жжешь? Так. Ура! Ура! Ебать таймер. Я не готовился, ребят. У меня не было времени смотреть видосы. Я сам видео делал. С Новым годом 2020-м! Ура, ура! Ура, ура! Да-да-да-да-да! Сейчас елку подожжет, ура! То есть, воу-воу-воу-воу-воу! В лесу родилась елочка, ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля, как ваш батя сегодня ночью нахуй будет. Вот так же вот. Ля-л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 я. Пам-пам-парам-пам. Пам-п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 ам. Ля-ля-ля-ля-па-ля-ля-ля. Та-ра-та-та-пам-пум-пум-пум-пум. Ла-л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 а
С Новым годом! Ура! Сейчас я вам здоровье. Да. Все. Все. ББ. Все. Так, ну что, где там Путин? Тренде? Он же в тренде, да? Он же не я. Это не фэк? Да, это не фэк. 8 минут. Ладно, ребят, погнали. Ну, Жава, еще, расскажи нам. Новый видос, кстати, выпустил Путин. Молодец. С меня пример берет. Какой встань, я в Америке. Ну давай, 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 не тяни резину. Пойдем. Заставка у него долгая, блин. Новогоднее обращение президента Владимира Путина. Да ладно. Серьезно. А я думал Навального. Уважаемые граждане России. А что со звуком? Дорогие друзья. На хромаке, что ли, записано? О, понятно, на улицу уже не выходит. Совсем скоро наступит 2020 год. А чё фэк-то, алё? Мы с вами на пороге уже. Пиздец, реально. Хромакей же видно сразу. Типа свет, то, как свет на лицо падает. Уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное... Да, ну одно и то же. Подождите, стоп. Ладно, давайте посмотрим. Давайте. Противоречивое время. Потом. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Ну, уже 20 чтобы лет. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вкладок что-то каждого меня из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Ну давай, куда ты залезай? Путин говорит тихо. Героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От нашел всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла. Людей старшего поколения. Всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами. Ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон. Дорогие друзья, встречи Нового года мы всегда готовимся заранее. И несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное. Помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Из-за камеры убежала. Порадовать их подарками и вниманием. Камера, ты чё? Ты... В таких искренних порывах, в чистоте умысла, не хотел бы в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты. Преображает мир, наполняя его радостью и улыбками. Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей. Да, тебя вас обниму. Готовим сюрпризы для детей и внуков. Вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые уже, но любимые семейные игрушки
дарят свое тепло уже младшим поколениям. Угу. Конечно, у каждой семьи... Одним дублем записали, обалдеть. Но всех объединяет атмосфера добра и заботы. Пусть счастье, взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание. И а чатик тоже, да, знает, здоровый что будет. Он да. Самый любимый. Самый любимый чатик, друзья, да. Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С новым 2020 годом! Подожди, еще же 2 минуты. Кто-то уже перепил. Я вижу, что уже накиданное, блядь, по звукам. О, минута осталась, ребята! Вот этот тайминг сейчас прям нормально поймал. Донаты встречаю Новый год, значит, Новый год у меня будет охуенно. Давайте, ребят, кто-нибудь десятку закиньте прям в тайминг. Ну, как встреча, так и проведешь. Ну, давайте. Ну, кто-нибудь десяточку там, не знаю, двадцаточку. Хочу быть богатым, хочу быть красивым. Ну, ё-моё. Ну, чё там, долго ещё долбить-то будет? И? Ну, ты шо? Он уже 20-й раз бьёт. С Новым годом! Поздравляю, ребята, поздравляю! Ну все, получается, во всей России Новый год наступил. Все, у вас уже Новый год, вы уже в 2020-м. Когда-то я вместе с вами его встречал. Сидя в России, тоже был бы уже вместе с вами в 2020-м, но я все еще в 2019 году. И это максимально странно. Раньше я этого не понимал. Как это, типа, мы всегда вместе были. А теперь вы все в 2020-м, а я один тут сижу. В 2019 году. И это странно. Я в прошлом, вы в будущем. Калининград еще. Да ладно. А, точно. Ну, Калининград, это ж Европа вроде. Это разве Россия? Это как, знаете, Брайтон-Бич в Америке. Также Калининград в Европе вроде. Отдельно, как, отдельно от страны, но в Европе находится. И при этом выглядит как Россия, хотя вроде в Европе. А, еще 40 минут. Так подождите, а в Украине что? Единый часовой пояс? То есть там нет такого, что, знаете, во Владивостоке Путин выступил, и все, и вся Россия может уже посмотреть Путина, да, на Ютубе. Да ладно. А я не знаю, серьезно, в Украине единый, ебать вам хорошо. То есть у вас даже спойлеров нет. Прикольно, надо в Украину переезжать. Кстати, у меня идея появилась. А что если посмотреть новогоднее обращение, ну, например, за 2000-2000-2000 год. 20 лет назад, ровно 20 лет. Мне просто интересно, какая речь будет. Наверное, такая же, как и сегодня. Дорогие друзья, уважаемые граждане России. Блин, мне даже... Друзья. Стоп, ребят, подождите. Идея появилась. Сейчас надо в тайминг попасть. А как я их одновременно запущу? Я не смогу. Дорогие друзья, совсем скоро уважаемые наступит 2020 год. Тогда мы были уважаемыми. Мы с вами на пороге уже в эти минуты десятилетия. Мы не только сверяем века. Наши часы. Мы живем в бурные, мы динамичные, противоречивые и чувства. Так, ну тут он более ламповый, ну уважаемый, а тут сразу такой: дорогие друзья, ебать, СНГ, ББ, все. Сверяем ожидания. Не уважает больше. Наши ожидания с тем, что мы имеем в действительности. Позади остается еще... Не, ну тут, видите, он хотя бы реально на улице стоит. А здесь видно, что типа хромакей, да, что это на самом деле в помещении, пар изо рта не идет. Я, конечно, понимаю, в Москве, может, лето, я хз, может, они на пару минут так, пока записывали, лето включили. Еще один год. Он как будто сейчас... Еще один год. Год радостных и трагических событий. Ракурс какой-то странный. Год трудных решений.
прям ровно по центру, а здесь... И все-таки то, что совсем недавно казалось почти невозможным, становится фактом нашей жизни. В стране появились заметные элементы стабильности. О, стабильность — это наша. А это многого стоит. И для политики, и для экономики. Плотину надо поднять. Ой, бля! А точно, вас же большинство еще и не было. Я забыл, что 2020 это как бы 2020, что если вы родились в 2003-м, 2004-м, то вам уже как бы там много-много лет, вы уже старики. Ё-моё, а вас еще и не было. А я-то уже как бы бегал так-то. Я-то уже тогда взрослый был. Я тогда уже, блин, понимал, что Путин это вообще нормальный чел. И для каждого из нас. Мы собрались наконец вместе. Что? Серьёзно? И они не перезаписали? То есть тут прям идеально такая прям речь. Я не знаю, сколько дублей было. Дублей было, вот. А тут он допустил ошибку, и при этом он продолжает... Вот это вот по-настоящему живое выступление. Из нас. Мы собрались наконец вместе. И собираем... Как они это допустили? Обалдеть. Мы поняли. Наконец-то. По-украински, наверное, да? Как дорого дается и как высоко ценится достоинство страны. Мы с вами знаем. В эту праздничную ночь далеко не у всех богатый стол. Ну, в 2020 году, да. Забавно, что спустя 20 лет до сих пор еще не у всех богатый. Сука, как же это смешно слышать. Ой, ладно. И в каждом доме счастье и успех. В 2020 так и вовсе пришлось стол продать. И должны помнить об этом. Не забывать о том, что у нас еще очень много работы. Но выполнить ее под силу только всем вместе. И тогда обязательно придет время, когда мы будем спокойны. Не знаю, мне кажется, по-моему, тогда более искренние были вот эти вот его обращения. Время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Тут видно, что просто тупо текст зачитывают уже каждый год. Одно и то же. Россия развивается. Держите в курсе. Мы, блядь, сможем. Светлое будущее. И все это будущее уже 20 лет длится. Все еще будущее. Когда это будущее-то уже наступит-то? Ё-моё. За наших стариков и за наших детей. Ну, видно, что он, знаете, в рассвете сил, а тут уже устал человек. Дорогие друзья, я знаю, что все вы сейчас уже поглядываете на часы. Действительно, через несколько секунд мы одновременно вступим и в Новый год. А вот мы тогда спорили, как правильно говорить, одновременно или одновременно? Одновременно. Нам этот, который зачитывает донаты, да, говорит одновременно. Ну и Путин. А неужели Путину доверять нельзя? Ну если Путин сказал одновременно, ну тогда 100% одновременно. Это и звучит приятнее, понимаете, да? Такое бывает нечасто. И повторится лишь с нашими потомками, жизнь которых нам сегодня даже трудно представить. Именно им мы оставим в наследство... Ладно, я понял, молодец, интересно. Искренне, по-доброму. Мира, благополучия. И, конечно, даже удачи. Даже улыбается. Счастья вам. С Новым годом. Ну, видите, он говорит, с Новым годом. А тут он говорит, с новым, там, 2000 таким-то годом. А здесь он не говорит так. Просто с Новым годом. Мира. Ну, это стримерша, видимо, на нее подписан. Мира, ну ты... С Новым годом тебя, ебать. С 40 чем-то летием. Так, ладно, это... Подождите. А там ведь другой еще Путин был. Имеется в виду... Он с какого года начал поздравлять-то? Вот это вот что? Дорогие друзья, ля какой. Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. О.
Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Удивительно это слышать, конечно, но ладно. Ух. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники. Мы тебя слышим. Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоят... Заберите у меня телефон. Нормальный тайминг. Давай, давай. Люблю вас. Особенно о, привет! Я думаю, в те времена ему то же самое сказали. Типа, я новый президент. О, привет! Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет... Опа, Хесус всю жизнь при Путине живет? Нет, я в 92-м году родился. Получается, я еще при Ельцине немного пожил, да? Ты, блядь, запутался во времени. Вакуума власти в стране. Алло, еще Медведев был так-то. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов... В общем, при Медведеве это было самое лучшее время, как я вспоминаю. Даже вот, ну, по родителям там, по родители, вот, то как там... Как мы кушали, как мы жили, в принципе. Курс доллара там и вообще, в принципе. При Медведеве жилось лучше вообще всего, вообще лучше всего. Это был самый вообще прям нормальный такой период времени в России. Мировой экономический кризис 2000... Нет, я не говорю про 2008 год. Или когда он был президентом, да я не помню. Был какой-то период времени, когда все было заебись. Вот. До кризиса. До. 2008-2012? Был... ну вот где-то вот в этом периоде там. Не учитывая кризис. Хотя, опять же, мировой финансовый кризис. Я был шкилой, и я не совсем понимал, что это вообще такое и как это сказывается. Что происходило в те времена? Типа, а сейчас что, нет кризиса? По-моему, сейчас мы живем хуже, чем тогда, когда был мировой кризис. Ну, я говорю, вот чисто мы как русские в России, да, учитывая все эти санкции, нам сейчас намного хуже, чем тогда. Намного, блядь, хуже. Просто пиздец, как хуже. За рамки Конституции России будут решительно пресекаться свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации. Чего еще раз нахуй? Будут решительно пресекаться. За рамки Конституции России будут решительно пресекаться. Свобода слова. Решительно пресекаться свобода слова, я понял. То есть это сразу пресекаться. Свобода слова. Все на. СНГ. Свобода совести. Свобода средств массовой информации, ага. Права собственности. Да. Эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Это, я так понимаю, стендап выступление, как Зеленский тоже выступал. Это он шутит так, ребят. Это просто типа прикол такой. Вооруженные силы, Федеральная пограничная служба, так. Органы правопорядка осуществляют так. Свою работу в обычном, в прежнем режиме. Угу. Государство стояло и будет стоять на страже безопасности каждого нашего человека. Так, диско саранча нажрался. Принимая свое решение о передаче власти, президент действовал в полном соответствии. Поздравление Зеленского еще не вышло в прокат. Алло, блядь, в Украине еще не наступил Новый год. С конституцией страны. Десятислойная? По-настоящему оценить, как много сделал этот человек для России, можно только через какое-то время. Хотя уже сегодня ясно, то, что Россия пошла по пути демократии и реформ, не свернула с этого пути, смогла заявить... Не, ну в то время она, может быть, и не свернула, но потом что-то случилось. ...себя как сильное независимое государство, в этом его огромная заслуга. Не, ну то, что мы пытаемся стать независимыми, это правда. Плохо получается просто. Хочу пожелать первому президенту России... Борису Николаевичу Ельцину здоровья. Ну ты и гад, нахуй, что, блин. Ну ты и гад, конечно. Спасибо тебе. Новый год — это самый светлый, самый добрый, самый любимый праздник на Руси. В Новый год, как известно, сбываются мечты. О, вот тут он, кстати, блядь, чисто моя фраза. Чисто я вот так вот говорю.
Экономика России после 2007 года, мирового финансового кризиса 2008 года была в стагнации. Но после 2014 года начался кризис. Кстати, золотой резерв России стал больше, чем у США. Так что новый кризис мы переживем на изи. А, ну все. Так у США есть доллар. Им-то, я думаю, еще проще будет. США это США, этим все сказано, понимаете, у них все нормально. А такой необыкновенный Новый год, уж тем более, все доброе и все хорошее, задуманное вами, обязательно сбудется. Дорогие друзья, до наступления 2000 года остались считанные секунды. Я помню, тогда ждали конец света все. Типа 2000 год не наступит, ну... Мир взорвется, метеорит упадет, блядь. Вот. Конец света. Это давайте как 2012 год. Улыбнемся нашим родным и близким. Пожелаем друг другу... Помните, в 2012 году тоже все ждали конец света? Причем это прям реально жестко было. А потом выходит фильм 2012. Я так понимаю, это была тупо реклама фильма, короче. Но тогда даже я, блядь, напрягся. Я помню, сидел, гуглил. У меня уже тогда интернет же был, естественно, да? Собственно говоря, я в 2012 начал видосы записывать. Это когда конец света отменили, я такой, тьфу, блядь. Ну, придется, видимо, чем-то заниматься. Ну, надо видос попробовать, что летсплейщиком стану. Вот. Ну и, видимо, в этот момент наступил конец света, я умер, и сейчас это все сон. Ну, или точнее, не сон, а какая-то параллельная жизнь. О, привет! Да здорово, ну. Россия. Да, блядь, уберите кто-нибудь этого полкаша. Предлагаю выпить сок оливье. Ой-ой-ой-ой, все, нажрался диск саранча, ебать, ясно. Во время мирового кризиса 2007 года самая нестабильная ситуация была в США, кстати. Из-за нее и начался кризис. Слушай, я не жил в США в те времена. Я помню, все ждали дефолт. У нас, блядь, в России... Ну, это не 2008 год, это тоже где-то 12-13, что ли. По всем по каналам, по всем новостям. Итог, всем здравствуйте, ждем дефолта в Америке, блядь. Дефолта в Америке. И вот завтра уже будет объявлен дефолт. Еще с таким радостным лицом, типа, ну, шо, и нихуя, перенесли конец света очередной. Тепла, счастья, любви. И поднимем бокалы за новый век России, за любовь и мир в каждом нашем доме, за здоровье наших родителей и детей. Никто не знает, что такое дефолт. Ё-моё. Вы как в школе учитесь-то? Алло. А что такое дефолт, и правда? Ну это типа банкротство, я хз. С Новым годом вас. С новым веком. О, хорошо сказал. Хорошо, ладно. Какие там еще президенты были в России, я не помню. Брежнев. Новогоднее обращение Брежнева. Как тебе не стыдно, а? Лё какой, сука. Ближе надо. Чё с ним? А, ну же старенький, ну да. Это я, блядь, через лет 30 стрим запускаю. Или это не мой парень. Чё он сказал? Не мой парень? Это точно обращение? Ну, новогоднее обращение, да? А что, прям так и было по телеку? Не, ну это просто, видимо, без монтажа. Вот эти, да. Вот это, наверное, лучше. Да, посмотри. Да. Вы попробуйте. Сука удалена. Там зелен. Вот так лучше. Получили. Я взял другие очки. Ну, Леонид Ильич, только одна просьба. Свободнее и пожалуйста, не торопясь. Детям тут можно. И всего 3 странички. Куда смотреть? Если есть возможность паузу, то сюда. Прямо в камеру. Чё-то мне его жалко даже немного. Туда смотри. Ну, вы смотрите на текст, конечно. Чего вы ржёте-то, блин? Он старенький, больной, вы сами такими будете. А он смешно, над дедушкой же смеётесь больным. Значит... Как только от текста отойдете немножко, так повыше взгляд в камеру. Пиздец, чат вообще жесткий. То есть, если я вот так вот состарюсь когда-нибудь, запущу так же стрим, да, буду сидеть.
Вы будете ржать над этим, да? Ясно. Да вы сами, вы же со мной повзрослеете, такими же будете. Мы будем вместе сидеть, блядь. Представляю, через 40 лет, когда вы уже будете старыми, как вы будете писать в чат. Я не думаю, что в те времена чат будет таким же быстрым и активным. Меня будет смотреть также 4000, но чат будет такой, знаете, типа... Одно сообщение там, раз в минуту, и то что-то там такое, знаете... Привет. Ну, чё? Как ты тут? Живой ещё? Как здоровье? Ёбаный в рот. Это чисто я, бля, реально, нахуй. Ну реально я, кстати. Я просто уже сейчас такой, я... Ебать. А это, а шо, каким я буду тогда в его возрасте? Я буду чисто без остановки пердеть и рыгать, наверное. Просто, блядь, бульдозер. Это не я, если что, это вот, это он. Президент. Я себе как задул, блядь. Сука. Все, ладно, тихо. О, блядь. Можно на начинать? Жалко человека, конечно. А нахуй ты приближаешься так, я не понимаю. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас с Новым годом. Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, решила провозгласить его годом ребенка. О, чатик, это ваш год. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети – это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов. Да, теперь это будущее сидит в чате, отправляет смайлики и смеется над тобой. И матерей. Вот так-то, блядь. Проебали. Они, я уверен, сделают жизнь на земле лучше и счастливее. С наступившим вас, дорогие мои. Спасибо. А наш долг постараться, чтобы дети всех народов не знали войн. Ей-богу, чтобы у них было спокойное. Радостное детство. К сожалению, сегодня на земле еще во многих местах выстрелы, льется кровь, гибнут не только взрослые, но и дети. Угу. Много еще детей умерло. Зеленский? Переконують, що насправді ми почали жити краще. Просто поки що ви цього не помітили. І тому дуже часто під час звернення президента ми вимикаємо звук. Чекаємо, поки він закінчить свою казку, щоб нарешті перейти до шампанського, канапок із шпротами та олів'є. Сьогодні буде інакше. Іначе буде, я буду переводити. Давайте сьогодні кожен, чо? Чесно, відповість сам собі сказано, самим на важливе себе. Питання. Чо? Хто я? Що за хуйня? Президент України. Ебать, он шутит, блядь. Успішний адвокат. Нічого собі, вот это да. Звичайна домогосподарка. Спецефекти какие-то, блядь. Студент-філософ з Могилянки. Агроном з Черкащини. Хто я? Хто, хто? Бабушка, дедушка, хто, хто? Колишній фотограф, який захищає країну на сході. Колишній фізик, що миє посуд в Італії. Чи колишній хімік, що будує висотку у Новосибірську. Донецький лікар, що переїхав та відкрив власну практику. Чи вчитель з Луганську, що переїхав, 2 роки таксував і врешті повернувся назад. Хто я? А я єбу, хто ти, блядь? Той, хто 10 років живе за кордоном і любить Україну в інтернеті? Той, хто втратив все у Криму та почав з нуля в Харкові? Айтішник, що мріє втекти з країни? Чи полонений, що мріє повернутися додому? Хто я? А я откуда знаю, хто? Жителі Франківська, який захищає свою рідну мову.
Анатилины, Саклаган, Гурзув Мескины. Еще и музыка вот эта пафосная на фоне, блядь, что за кринж. Урзи, Осонионел Вит. Или житель Краматорска. Чисто мое видео новое. Который говорит на родном языке. Той, кто вивчив українську. Сейчас здесь за такой вылазит, и он его обнимает. Знати державну мову. Чи той, хто не хоче цього робити. Хто я? Хто, блядь? Веном ти, наверное. Той, хто сплачує податки, підрізає на дорозі, тримає вдома собаку, рудий, мусульманин. Має вади слуху, ненавидить оливки, ліберал, відмінник, не дивився гру престолів, сангвіні, веган, козиріг, не поступається місцем метро, донор крові, відмовився від пластику. Це кожен з нас. Це українці. А, такі, він українці, коротше. Не ідеальні і не святі. Тому що просто люди. От душі вообще. Зі своїми недоліками і тарганами. Але у нашому паспорті не вказано, правильний чи неправильний українець. Немає строки патріот, малорос, ватник. Осуждаю. Ти що, поїхав? Там написано громадянин України. Гражданин України. Який має права та обов'язки. Що за херня? Ми з вами дуже різні. Так хто ж ми? 73%, які обрали президента. 25%, які його не сприймають. Чи ті, хто не ходив на вибори? Ті, хто відзначає Різдво 25 грудня? Чи ті, хто 7 січня? Хто знайомий 100 років? І хто зустрівся у 2014-му? Ті, хто зробили найбільший у світі літак і хто ставить заглушку замість ременя безпеки. Читаємо Жадана чи слухаємо Маруф? Дивимось іронію долі чи дивимось один вдома? Вболіваємо за Динамо чи за Шахтар? Чи разом за Ломаченка? Та ось загнал, а? Ті, хто святкує 8 березня? Токсик. Чи навпаки вважає його пережитком совка? Ідемо в неділю до церкви чи нічого не робимо в суботу? Ми ті, хто кажуть, я тебе кохаю. Осторожно здесь, пожалуйста. Я тебе люблю. Все це і є ми. Я вас кохаю, ребят. Имейте в виду. Як же нам, таким різним, жити далі разом? Відгородитись величезним парканом? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так. Тихо. Уявіть собі. Хіба нас мало? Тихо! Ми пишаємось великими українцями. Чи перестали б ми їх поважати, дізнавшись, за кого б на виборах голосували Шевченко чи Леся Українка? Якби Сковорода чи Хмельницький мали б різні погляди щодо НАТО. Нам було б важливо, до якої церкви ходять Каденюк та Лобановський. Що люди думають Антонов чи Корольов про розмитнення автомобілів? Як Ступка чи Биков ставляться до нормандського формату? Ми цінуємо їх за інше. Бо цінуємо ми насправді інше. Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро. Однаково посміхаємось, їдучи рівною дорогою. Однаково радіємо народженню первістка. І неважливо, хлопчика чи дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані. Хоч в Слав'янську, хоч в Дрогобичі. І хрести на могилах наших солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі, не змагаються в патріотизмі. А коли повернулись наші моряки, та наші полонені, ми плакали від щастя всі. І україномовні, і рускоговорящі, і звичайна домогосподарка. І успішний адвокат, і президент України. В нашій історії чимало епізодів, які нас об'єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною. Сейчас все українці реально сидять перед телевізорами і плакають. Як ви сьогодні плакали, коли моє відео смотрели?
ідеєю. Навчитись жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де как неважливо, ельфійський, як понимаешь? Вулиця, бо вона та от не знаю. Та заасфальтована. На інтуїтивному рівні. Де немає різниці, біля якого пам'ятник. Ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати. Дорогі українці. А. У новому. А, я ж не українець. 2020 році. Я ж себе українцем почувствовал сейчас на секунду. Поважати один одного. Бути здоровими. Мати достаток і багато приводів посміхатися. Бажаю всім гарно відпочити, виспатись, не переїсти і, звичайно, легкого та приємного головокружіння на ранок. Миру всім нам. І давайте пам'ятати, що любити Україну означає любити всіх українців, в якому б куточку нашої країни. 500 долги, конечно. Не народилися. О, ура. Там був Крим, лол. Там був Крим, ребят. На зв'язку Львівщина. Вітання Житомирщини. Поздравлення із Одеси. Привіт із сонячного Закарпаття. Салют від Слобожанщини. Привіт з Хмельниччини. Вітання від Волинян. Нехай у новому році голос нашої неньки України звучатиме гучно та впевнено. Будьмо єдині від Карпат до Донбасу, від Чернігова до Сімферополя. Бо в єдності наша сила. Бажаю Україні здійснити фантастичний стрибок. А рідному Донбасу желаємо вернутися домой. Потрібно бути разом та стояти пліч-опліч. А ворогів покласти на лопатки. Відкривайте для себе світ, а головне – відкривайте Україну. Ніколи не забувайте, що наша країна най-най-най, тож любімо її. І в горі, і в радості, бо вона цього вартує. І всім українцям, які шукають кращої долі в будь-якому куточку планети, я бажаю отримати змогу повернутися і працювати вдома. Щоб було краще, треба всім, всім працювати. Працювати, не покладаючи рук. И тогда Украина стане чемпионом. Привет, я тоже. В новом 2020 году мы смогли покорить новые высоты и установить новые рекорды. А коррупцию отправить в долгосрочный нокаут. А нашему родному Крыму бажаємо повернутися додому в Украину. Безбер девлет, безбер айле, вебойле оладжах. Нехай в кожній, навіть найдраматичнішій історії завжди буде хеппі-енд. Улыбайтесь друг другу, смешите друг друга. Вот в новом изи. Году у нашей страны будет меньше поводов для слез. Желаю нам всем с вами быть чуточку одесситами, сохранять оптимизм и чувство юмора. И каждому из вас бажаю від любові відчувати метелики в животі. Кожній українській родині. Осуждаю чат. Домашнього затишку. Кохайте. Будьте. Прекратите вот это, ребята. Бажаю кожному українцю відчувати. Що таке кожний українець? Плече. Усім, хто захищає нашу батьківщину на сході, сили, витримки, незламності. Повертайтесь живими. Бувають моменти, коли нам приходиться плити. А кожен, я думаю, як... В такі миті ми бажаємо усій країні сталевого і незламного духу кожен та Україні. Справжнього козацького характеру. Усім щастя, а щастя багато не буває. Нехай збувається навіть те, що здається неможливим. І просьба ко всім нашим політикам. Пожалуйста, не отнімайте наш хліб. Давайте в новому году українці будуть сміятися над нами, а не над вами. Нехай слуги народу ніколи не забувають, хто їх господар. Давайте у новому році жити за законом. За законами совісті, порядності та честі. Кожному місту, містечку та селищу нашої країни. Так, кожному місту, це я тепер вже вивчив. Хай все вдається. Без Хай. Жодних але. Ну, а я желаю кожному в новому году знайти хорошу роботу. Бажаю всім ага. макроекономічної Я вже український вивчив, ребят. За... А щастя? Время його обращення. Усім нашим жінкам та чоловікам я бажаю порозуміння, гармонії та как шаленого кохання. Нехай а, минута осталась. Всі проблеми прошльопають з вашого життя,
якнайдалі. Нестримного, позитивного ритму. Нехай найзаповітніші мрії нарешті здійснюються і ніщо їм не заважає. Нехай в новому році душа кожного українця розквіте прекрасною квіткою. Яркості, красочності і многогранності. Не бійтесь експериментувати, не бійтесь дивувати оточуючих. Завжди посміхайтеся і будьте собою. І тоді весь світ у вас закохається. Ля какой! Какие все позитивные для прям! Этого давайте сделаем их громче. Будьмо счастливыми! Тупо завидую, знаете! Счастливыми. Ну, звичайно, нехай настане мир. Миру в Украине! Миру нам! Мир в каждый дом! Миру Украине! Чтоб на нашей земле был мир! Нехай наступит мир! Мира! Ну миру. тут цегли, да! Миру каждому украинцу! Миру нам всем! Миру нашей земле! Миру, ребята, да! Миру! Миру. Миру. Миру нам. Миру кожному з нас. Та уже 17.00 у мене. Опоздали. А, є! Ура! З Новим Годом, Україна! Нормально, конечно, он выдал. А що там було-то в начале? Далі нашу програму продовжує святковий прайм. Залишайтесь на 112 Україна. С Новым годом, украинцы! С Новым годом! Поздравляю! Дорогие украинцы! Так, что он тут сказал? Зазвичай, у новорічному привітанні президенти розповідають нам про зростання ВВП, падіння інфляції, імплементацію, диверсифікацію та інші дуже незрозумілі терміни. Одним словом, переконують, що насправді ми почали жити краще. Просто поки що ви цього не помітили. І тому дуже часто під час звернення президента ми... Да, короче, все то же самое. Не, ну що, нормально виступило, считаю. Ну тут хотя бы реально старались, да? То есть, видно прям к народу, по-человечески, с душой. Вот. Неплохо, да, неплохо. Молодец, молодец. А не то, что вот вышел что-то там, ну, с Новым годом, да, до свидания. Ох, бля, это вообще-то Горбачев. Вот, да, то есть, если сравнивать с нашим обращением, да... Ну тут вообще другой уровень, скажем, вообще другой мир, как будто другая планета. Я даже немного завидую, знаете, если бы я сейчас был в России, я бы, блин, я бы завидовал украинцам. Вот повезло же вам, конечно. Не, ну как повезло? С обращением повезло. Что у вас там в 2020-м будет? Не знаю. Я, конечно, верю, что у вас все будет отлично, все будет хорошо. Так, подождите, я хочу посмотреть Горбачева. Давайте сравним просто. Вот сейчас вот Горбачев вылезет. Тут и тут с позитивом все такое, знаете, такое доброе, такое прям. Мне кажется, все украинцы завтра выйдут на улицу, все будут улыбаться, обниматься. Братаны, или как братан по-украински будет? Британ! Брит, братик. Сори, я не знаю, на украинский. Хз, я знаю, что там у них все на и буква и, там вместо и. Мне нравится вот этот вот звук, вот эта заставка. Но у меня вызывает какие-то странные чувства. Я вроде как бы, ну, в 80-х-то не жил, но вот когда я это слышу, как-то прям не знаю. Как-то... А, нет, все, я вспомнил. Я это слышал почти каждое ебаное утро. Я думаю, откуда это у меня? А, короче, у нас... Я жил у бабушки. А у нас-то семья бедная, у нас даже будильника не было. И мы как делали? У бабушки было такое старое-старое радио, которое висело на стене. И типа, какое же там радио было, не помню, какая-то то ли радио Маяк. По-моему, радио Маяк. И оно ночью не работало, но оно включалось в 6 утра. То есть само радио. Само радио начинало работать в 6 утра, по-моему. А мне как раз в это время просыпаться. И, естественно, всю ночь это радио было включено в полную громкость. Тишина, и в 6 утра оно автоматически, блядь, включалось вот под этот звук. И я, как советский солдат, а! Ебать, в школу пора. Рейган, спасибо тебе за 100 рублей. Пиздец. Московское время. Да иди нахуй, блядь. Или какое там время у них было? И меня этот звук уже потом раздражал. Я вставал такой, да ёб твою мать. Меня такой триггер это вызывало, до тошноты прям. А сейчас вспоминаю, такой думаю, теперь я уже не шкила. Новогоднее обращение к советскому народу.
генерального секретаря ЦК КПСС. Сука, как будто войну объявляют. Ну, дорогие товарищи, последние минуты отсчитывает уходящий в историю 1987 год. Каждый год в жизни человека, народа по-своему неповторим. Для нас, советских людей, 1987 год останется в памяти прежде всего как год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Весь мир по достоинству оценивает значение нашей революции, ее влияние... Ба, читает, слышите? Он читает, сука. Шпаргалку смотрит. Это как вы, когда экзамен сдаете. А? Ага, сука, палишь, на судьбы мировой цивилизации. Ну, пиздец, неужели нельзя было выучить? Ну, ё-моё. Так все читают. Вот хотите сказать, что Зеленский читал? И вымыкаем... Хотя, возможно, да. Перед ним большой экран, текст. Возможно. Сергио Хики. Ну, они-то хотя бы это беспалевно делают. У них-то перед ними экран там стоит, да? Они там с него читают. А этот, блин, вот... Чтобы еще бумажку так взял. С новым годом, дорогие... как там? Соотечественники. Советские граждане. В юбилейные дни... Ну это же пиздец, по-моему. Ну это вообще, вот это абсолютно как бы, ну, это вообще не от души. Зачем вообще готовить текст? Ну, сядь ты вот так вот и просто скажи своими словами, просто импровизируй. Да люди же это, наоборот, оценят. Я не понимаю этих президентов. В чем проблема? Просто возьми, да и скажи, что думаешь. Чего готовиться-то, я не понимаю. Наоборот, это же круто, когда ты просто берешь и говоришь то, что думаешь сейчас. Ты заебал, Нитя. Да сведи ты нахер. Вот я, если был бы президентом, я не ною, я просто говорю, как было бы лучше, по мне так, как мне кажется. Вот, если бы я был президентом, я бы просто вышел в такой вот, знаете, обычной одежде, не в костюме, а вот, вот, твич, блядь, тупо, вот так вот, твич-партнер, блядь, тупо бы вышел, короче, и такой, ну, здорово, ебать. Здравствуйте, там, граждане великой страны, что я могу сказать? Давайте в трениках, да? Да и вообще в трусах, как бы, с пивком в руках, блядь. Такой, ну чё, ебать? Нормально, чё не нормально? Как год прожил? Ну, по мне так нормально, вон я в Америку слетал. У меня все заебись. Как у вас дела? Надеюсь, тоже все было окей. Ну, вроде жалоб не было, вроде нормально, все живы, все здоровы, да? Вот. В любом случае, держитесь, как бы, все будет окей, я думаю, да? 2020 год обещает быть интересным, собственно говоря. Шо, блядь, Крым вернем, как бы, санкции уберут, все нормально будет. Вот, заживем нормально, там, скажем, ну да, получается, блядь. Да-да, я, блядь. Верили свои сегодняшние помыслы и дела с рассветными часами. Еще и стримдеку подрублю, буду нажимать на кнопки, там, Гладова Лакса, блядь. А, ну давай, блядь. С ленинскими идеями и первым опытом их воплощения в жизнь. Мы еще раз убедились... Ленинские идеи торжествуют. Революция продолжается. Чего? Она продолжается в необратимом движении нашего общества по пути прогресса, по пути социализма. Она продолжается в нашей борьбе за мир и разоружение, за выживание и развитие человечества. Уходящие короче, каждое обращение президента Российской Федерации, неважно, Советский Союз, Россия, в любом случае речь заходит о войне, об оружии, война, оружие, и все вот это вот, там, ветераны, там, и прочее. Че вы к этой войне так прицепились-то, я не понимаю. 1987 война, блин. Был годом глубоких перемен, крупномасштабных решений, годом напряженного труда. Решениями январского и июньского пленума Центрального комитета партии, всенародно обсужденным и принятым причем, законом тут о государстве. Тут же Путин, я заметил, последние 3 года, он все больше и больше начинает именно на войну как-то намекать, знаете, то есть прошлогоднее вот это обращение, вот тоже там было пару слов, в этом уже побольше, тут уже он прям как бы это, а в следующем году такой, ну, ребят, берите, короче, там это самое, идем, начинаем, повторим. В государственном предприятии определены новые... Гол Сталин? Основ... Да что, а Сталин тоже, что ли, выступал? Направления
революционной перестройки нашего общества. На самом деле интересно вот эти обращения смотреть. Можно вообще за каждый год и посмотреть, как что менялось, как люди жили, что происходило. Хотя, блядь, они все одинаковые вещи говорят, это хуёво. И год как бы завершает ее первый этап. Огромные достижения. То есть можно даже историю России не учить. Достаточно посмотреть выступления президентов, да, за все годы, и все, и ты знаешь историю России. Этого этапа. Новая политическая и нравственная атмосфера, сложившаяся в стране. Общество выходит... Нет, Зеленский, бля, нормально сделал, конечно. Я прям чуть где-то не прослезился, реально. Как будто я монтировал этот видос. Эта музыка на фоне, вот эта речь. Я вот люблю вот эту, знаете, драму. Я вообще, я мастер драмы. Но я думаю, вы заметили. Вы каждый мой видос смотрите и плачете, блядь. Я в этом, сука, мастер. Я вообще люблю фильмы в этом жанре. Поэтому я знаю, как нужно. Я знаю, где какую музыку нужно поставить. Что нужно говорить под эту музыку. Какая музыка нужна. Вот такая вот здесь, такая в этот момент, вот такая... Вот, и я тупо, я ему монтировал видос, Это чисто я смонтировал. Так что представьте, если бы я реально стал президентом, и я бы смонтировал вам, ебать, вся страна бы просто рыдала. Накатим. Выходит из застойного состояния. Нарастает общественная активность и ответственность советских людей за дела страны. Возрождается авторитет честного, добросовестного труда. Ясно. Работать, блядь. Слышь, работать. Так, ладно, новогоднее обращение. Кто там еще есть вообще? Обращение. Ельцина. О, подождите. А где там его последнее новогоднее обращение, когда он мухожук сделал? Вот это, наверное. Я принял другое решение. Я ухожу. Блять, что за хуйня? Где нормально? Вот это, наверное. А, да, вот 99-й же год, господи. Бля, ебаный рот, сука. У меня же наушник нахуй оторвал. Что за говно? Фу, блять. Ты что, какие... Вставай, страна великая, блядь. Обосраться можно. Новогоднее обращение Бориса Тайка, исполняющего обязанности президента России. Че, в смысле, два президента в одно время выступали, что ли? Ничего себе. Ну, сука. Ай, блядь. Ни хрена себе обращение, 20 минут. Во, рекорд побил. Мне кажется, ни один президент так долго еще не это. Дорогие россияне, осталось совсем немного времени. Тупо летсплей. До магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Новый век. Новое... Ельцин, по-моему, умер в 2004 году, если я не ошибаюсь. Я помню, я со школы прихожу домой, телек включаю, а там по новостям умер Ельцин. Я такой, ага. В 2007? Да ладно, блядь. Так я что-то, получается, в 2007 у бабушки, что ли, жил, нихуя себе. Нормально, ну в 2007 получается. Тысячелетие. Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали. Прикидываешь, да? Сначала в детстве, потом повзрослев. Сколько нам будет в 2000 году? А сколько нашей мамы? Почему ты жил у бабушки? Потому что родителям было тяжело. Так-то, типа, я же говорю, сложно, сложно было. Сколько нашим детям? Казалось... Когда-то так далеко. Ненавижу его голос, я наверное, так скажу. Ельцина много кто ненавидел. Уж не буду эту тему поднимать, знаете ли. Венный Новый год. Вот пропил страну. Этот день и настал. Реально же алкашом был, кстати. Дорогие друзья, дорогие мои. Бля, на самом деле, если так-то подумать, у нас был хоть один президент, которого бы прям любили и уважали. Не боялись? Как Сталина какого-нибудь. Любили, потому что боялись.
а именно вот от души, вот чисто вот прям реально, чтобы любили, уважали там. И сегодня я в последний раз... Ну да, я Путина люблю, да. Раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Здорово. Но это не все. Так. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Вот, наверное, тогда все охренели. Я не знаю, типа, люди ожидали это? Или это было реально так неожиданно? То есть все таки стояли, ух, и тут он такой, я ухожу. Я принял решение. Долго и мучительно над ним... Там склейка была, что ли? Подождите. Я принял решение. Ага, понятно, склейка. Я один ждал, что Путин начнет обращение с фразы «Может, хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?» Есть инфы от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. Бля, вот мне бы познакомиться с этим знающим человеком. Его все знают, а я не знаю. Сука. Ёбыч, спасибо тебе за 100 рублей. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день... Ну, судя по склейке, он еще потом немного тоже подумал такой, поразмыслил. И все-таки принял решение. Уходящего века я ухожу в отставку. Уволен. Я много раз слышал, если любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст. Это вранье. Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и произошло. И также мне хотелось, чтобы вовремя состоялись... Ну, он уже с трудом говорит, поэтому ты ушел, блядь, ну потому что уже все. Президентские выборы в июне 2000 года. Это было... Там с огнестрела стреляют в Бруклине. Очень важно. Ну да, вот так пойдешь в Бруклин запускать фейерверки и не понимаешь, это фейерверк или... Ладно, не важно. Для России... Мы создаем... Не бухуй, он старый уже, блядь. Важнейший прецедент... Я на тебя посмотрю в твои-то года. Цивилизованной, добровольной передачи власти. Власти от одного президента России другому. Вновь избранному. Шило на мыло, короче. И все же я принял другое решение. Это что такое? Я... Господи, боже, what the fuck? Ухожу. Да мы поняли, что ты мухожук. Ухожу раньше. А. Положенного срока. Сколько ему надо было там? Я понял, что мне необходимо это сделать. Вы Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми... умными, сильными, энергичными людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали давайте без надежды, на пожалуйста. Выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял, главное дело в своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед.
И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, ага, как будто достойный быть президентом, из которым сегодня практически каждый россиянин связывает свои надежды Путин, на будущее. Да. Почему я должен ему мешать? Ебать, у нас шарат. Зачем? За шо, блядь? Ждать еще полгода? Нет. Этого не по мне. Просто не по моему характеру. Сегодня в этот необыкновенно X2 поставить? Важный для меня день хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, а казалось мучительно и тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд сразу, как бы, тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть серого, застойного, тоталитарного прошлого, светлое, богатое, как Сталин прям начал. Цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Казалось, что чуть поднатужимся и все одолеем. Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение. Блять, выступления, вот эти вот обращения новогодние, я считаю, их надо удалять. Вот выступил, да, ты обратился, все, удаляй нахер отовсюду это. Потому что потом, спустя 20 лет, очень смешно на все это смотреть и переслушивать. Сразу видно вот это вранье, понимаете, сразу. Люди пожили, потом послушали, вспомнили. А, так ты пиздел, получается. Ага, вот о чем, надо удалять. Я хочу, чтобы вы знали, я никогда этого не говорил. Сегодня мне важно вам это сказать. Поколение будет... Будут плакать, не будет. Поэтому не сомневаюсь, как веком, дорогие мои. Ну тут понятно уже. Сталина хотите? Новогоднее обращение Сталина. Так раньше телевизоров не было. Дорогие соотечественники. Он не туда начал смотреть. Дорогие отечественники, ну да. Уходящий 2019 медленно, но уверенно переходит в год 20. Ну ты сразу видно, тоже без души сидит, вот стоит вот так вот уже. Типа, ну, блядь, короче, я начинаю читать. Итак, дорогие, типа, товарищи, да. Что было в нем? Яркие, незабываемые события, лучшие начинания и мечты, нереализованные планы, найдет свое продолжение уже буквально завтра. В этом последовательном движении залог стабильности и процветания нашего молодого независимого. В качестве традиции в России вошло не настолько рано. Это было при Горбачеве или даже чуть позже. Можешь уточнить в интернете. Снова. Да потому что раньше телевизоров не было, блядь. Потом уже, когда у всех они там это стали появляться, а тогда-то какой смысл делать обращение, если никто его не посмотрит? Плотину. О, господи, ты, боже мой! Рычагом. Нашел, короче, я обращение Назарбаева, президента этого. Ну, кто там сейчас президент в Казахстане? Вот мне скинули, смотрим. Ой, теме, чё-то стоп. Да токара, теме, чё себе койтен же незо. Теме, нандему кандему, мазу хитэй кара хайру ё на. Собери хачиме, зэттэ ия кара хайру ё на. Узэн да ё. Дакара, хитесен же не, цитэн да! Бля, господи. Это реально так натурально выглядит, этот дип... А, блин, вот сейчас нос заебал чесаться уже. А, вот этот дипфейк, это вообще что такое? Это программа какая-то, где ее, сука, скачать? Кто это делает? Кто имеет доступ к этому дипфейку? Так реально можно пилить эти в новогодние обращения просто каждый час, используя лицо Путина.
Это нейросети. Хорошо, где скачать нейросеть? Нейросеть. Что нужно для того, чтобы я мог так же делать? Я тупой, объясните. Маска в Инстаграме, ага. Ну-ну. Сейчас закину на Яндекс.Диск. Давай. Слушай, а Кадыров выступает с новогодним обращением? Сука. Чего она там орёт? Крым наш? Господи. Зависимого государства. Уходящий год... Я только сейчас до меня дошел. Он говорит по-русски. Прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси. У белорусов же свой язык, по-моему. Символизирующего жизнь и свободу нашего народа. А в наступающем мы будем отмечать 75 лет Великой Победы. Победы великого советского народа над нацизмом. Мы еще находимся под впечатлением от ярких спортивных побед вторых европейских игр. А уже завтра будем с замиранием сердца следить за выступлениями наших атлетов на Олимпийских аренах в Токио. Второй год, посвященный малой родине, плавно перейдет третий, итоговый год трилогии. Сделано немало. Нахуй трилогия, что, Марвел, что ли? Но и много еще предстоит совершить. Для миллионов горожан, неразрывно связанных с землей своих предков, 2020 станет годом истины. Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы. Недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси. Наступающий год станет юбилейным, 20-м. Это просто невероятно, если честно. Тупо лучшие события 2019 года. Ну тупо, короче, ко мне Лукашенко обратился сейчас. Бай. То я набухался? Не, я не бухой вообще. Я вот воду пью. Вода. Набухаюсь я, может, потом, попозже. Сейчас уже, когда кончим, я как выйду, как нажрусь нахуй. Ну, наверное, все, да, что тут еще-то, я не знаю, что еще смотреть-то. Ебать, что за хоррор. Сука, это что такое? Ебать, аниме какое-то нахуй. Опенинг, ребят, смотрите, сейчас это. Ой, яси, опенинг, нормально сделали. Вот это мне уже нравится. Это такая, ребят, новогоднее обращение президента Казахстана. Президент аниме, короче. Пиздец. Тупо Джорджо, блин. Бля, сука, Дубай. Хуясь, Нью-Йорк. Тыщ. Батту отандастар. Азгана уақыттан кейін. Что с ним, блядь? Жаңа 2020 жыл. Чего он такой компьютерный? Оттайды. Бұл Боже, какой-то вообще не живой. Реально как робот, блядь. Просто вот так вот в одну точку смотрит, черные глаза такие прямо. Здравствуйте, дорогие казахстанцы. Сейчас мы будем вас поздравлять. Айдар, көңіл күй мен зор үміт әкелетін. Он даже в камеру смотрит, что происходит. Тарихымыздың төрінде, екі жылдың тоғысқан сәтінде, айтылатын ақ тілектің орны бөлек. Әрбір азамат, әрбір шаңырақ, жаңа жылдан жақсылық күтеді. Реально аниме какой-то. Табиғи дүние. Біздің бүгінгі басты бақытымыз... Ну, что-то очень странное выступление у него, обращение точнее. Башаға қуаныш сыйлайтын, жаңа жыл мейрамы осы мақсатпен үндеседі. Өтіп бара жатқан 2019 жыл. Он как будто в армии, знаете, его поймали на том, что он котлету украл, он теперь стоит и оправдывается. Типа, да это не я котлету украл. Не надо меня наказывать. Толы болды. Казахстан тарихи дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Тұңғыш президент, мемлекетіміздің негізін қалаған ұлы тұлға,
Он даже не моргает. Нурсултан Абишулы Назарбаев. Бля, реально не моргает. Он не моргает! Да это ж фэк, блять, у него лицо 2D-шное, посмотрите. Оно плоское. Да, маған зор сенім артты. А, нет, что-то моргнул. Осы орайда, қолдау көрсеткен азаматтарға... Пиздец, он как робот, реально. Және бүкіл халыққа шынайы ризашылымды білдіреп. Ну, посмотрите, просто у него голова 2D. Әлемдегі тұрақсыздыққа қарамастан, экономикамыз орнықты дамып келеді. Халықтың тұрмыс сапасын жақсарту үшін нақты шараларды жүзеге асырдық. Бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысын, я понял, стипендия. Әлеуметтік жағдайы, төмен адамдарға қолдау көрсету. Бля, реально гипнотизирует, я что-то расслабился. Біз болмаған бірегей шешім қабылдадық. Соның арқасында 500 мыңнан астам борышкердің қарызы айтарлықтай азайды. Шағын және орта бизнесті Президент андроид. Батюни Хромаки качественный. Ну, Путина, видимо, погонять взяли. Они там, видимо, по очереди пользуются. Сидят в одном, короче, в одной какой-то комнате, там, в одном здании, и снимают эти обращения на 20 лет вперед. На одном хромаке. Новогоднее обращение, Трамп. Сейчас мне тут забанят нахуй интернет. О, господи, он что там орет. Традиционное еженедельное обращение президента к стране. Еженедельное. То есть он раз в неделю это делает, а у нас раз в год. Традиционное субботнее обращение, лол. Чего? А почему Путин-то, если я Трамп повел? Хоть это одно и то же. Чего, блин? Включи Кадырова. Сука. Hello, Americans. The American family has always been the heart of our great nation. In homes across this country, families teach their children to work hard, to love each other, and to make the most of their talents in pursuit of their dreams. Yet for too long, American families have been hurt by Washington's policies that put the interests of other countries before the interests of our country. Почему на Таймс-сквере все люди в странных шапках? Скиньте мне веб-камеры с Таймс-сквера, я хочу посмотреть, что там сейчас происходит. Вот. Тебя сейчас забанят там. Где? На Таймс-сквере? Где забанят? Там ниндзя. Тогда надо прямо сейчас подрубать ИРЛ и идти туда. Ебать, там людей уже, ёб твою мать. А у нас в Голландии нету поздравления нашего короля. А только флекс каких-то старых голландских певцов в розовых костюмах со стразами. Бля, что-то реально какие-то шапки странные. Очень весело. Там рэп играет? Епа. Это чё, БТС слева направо, что ли, стоят? А чё так рано? Посмотри на президента Узбекистана. Блять, это уже страшно звучит, а смотреть на это я даже не знаю. Окей, новогоднее обращение. Я даже не знаю, как его зовут. Ну пусть будет Узбекистан. Чего, блядь? Дулат Валакас, новогоднее обращение. Новогоднее обращение Узбекистана. Ну я примерно что-то в этом стиле я ожидал, да. Шо, блядь? Серьезно, да? Ну ладно. Пусть будет Глад Валакас. Так он что, это президент Узбекистана, что ли, получается? Ну да, получается. Чё, наверное, нам стоит с вами немножечко, скажем так, подвести тоже какие-то итоги года, да? На самом деле, что тут подводить? Все классно, все было неплохо. Все было классно, здорово. Визу получил американскую, теперь в Америке сижу. Не знаю же, что нам принесет 2020 год, может быть. Не только визу, но и гражданство американское. Это было бы, конечно, неплохо. Вот, ну а в целом, 2019 год для меня был самый такой успешный, что ли, самый удачный год вообще за все года, сколько я на Твиче сижу. Это удивительно. Вот, это на самом деле, я думал, что 2019 год вообще провальным будет, но нет. Самый успешный, самый, не знаю, не могу сказать, что
самый интересный, но раз он самый такой прям по статистике крутой, наверное, и самый интересный. Сколько было коллабораций, Братишкин? С Братишкиным мы стримили вместе, он ко мне домой приходил, помните, да? С Дизи вот сейчас тоже получилось. С кем я еще коллаборировал? С Валакасом тоже вот у нас были стримы, пока его не забанили. Крид! Егор Крид! Бля, как я мог забыть-то про него? О, ё-моё. Дебил, а? Самое важное забыл. Егор Крид. Так вот. Игру с Егором Кридом даже постримили. На его канале, конечно, не на моем, но в любом случае это историческая хуйня. Вот, чтобы еще и в ИРЛ подстримить с ним, никому еще не удавалось это сделать, кроме меня. Да, я крутой. Я в этом году вообще, мне кажется, самый крутой стример. Был бы какой-то топ стримеров, да, я бы, наверное, занял, ну точно первое место, не иначе как. Вот. Слон, ебать. А, Майнкрафт, ребят, Майнкрафт. Ух, Heavy Rain. Детройт. На ПК. Ну, недавно было. Отсутствие Порнхаба. Ну, видите, этот Новый год я встречаю без топ-донатеров, да. Вот так вот как-то. В этом году как-то вот они, видимо, отдыхают. Топ-донатеры тоже люди, ребята. Особенно с их деньгами я бы тоже сейчас где-нибудь на островах встречал Новый год, поэтому... А, Death Stranding, да это провал года, ребят. Это охуенная игра, но для моего канала это был полный провал. Чтобы так мало смотрел, встреча с Дизи. Да это понятно. И вам тоже спасибо, что встречаете Новый год со мной. Я правда это очень ценю, что вы его тратите на меня. Не на родителей, не на друзей, не на близких, а на меня. И вот это реально круто, на самом деле. Многие стримеры, которые сейчас стримят, они этого даже не понимают, они это не сознают. Они запустили стрим, потому что, о, блядь, мне сейчас задонатят много денег. А на самом деле это дело даже в другом. Логи, Вика Добрый Пончик, Халу Кэт, продюсер Иванов. О, точно, как мы могли забыть такое событие, как продюсер Иванов. Ну и, в общем-то, все остальные, кто также донатил, вам тоже, ребят, всем огромное спасибо, да? Что поддерживали меня весь этот год. Без вас бы я сейчас тут не сидел. Без вашей финансовой поддержки. Обидно только, что Трезвая Псина, Фрэнки Ози, Хардвелл, Руки Мека, все пропали куда-то. Разом все ушли. Не знаю, куда эти люди делись. Морская Черепаха тоже вот куда-то пропала. Руки Мека, Фрэнки Ози, Трезвая Псина, Хардвелл. И ладно бы... Ну, не донатят, окей, ну хотя бы на стримы приходили, а то что это вообще такое? Обидно. У вас, получается, сейчас идет прошлогодний стрим, кста. У вас-то 2020, а я в 2019. Я стримлю с 2019, вам в 2020. У вас прошлогодний стрим, кстати. С прошлого десятилетия стримлю. Даже так, кстати. Ничего себе, блядь. Вот это, конечно, да. В удивительное время мы с вами живем. А как Новый год встречали когда-то вот тогда, когда древние люди жили? Вот эти вот мы сейчас, когда вот смотрели, толпится. У них же вообще не было календарей. То есть, а как они время? Типа, чего, блядь? Сука, я что-то загнался, мне теперь так интересно, как люди жили в те времена, когда они только появились. Типа, они же даже не понимали, что такое Новый год. У них не было праздников. У них даже не было праздников. Они просто жили, блять, они просто существовали, как какая-то вещь, я не знаю, как реально животные. То есть представьте себе, кстати, я смотри, что сделал. Вот вы говорите, съел деда. А я, блядь, реально съел деда. Смотрите, я ему башку нахуй откусил. Ну, кстати, пустой внутри. Я думал, там подарок, но я ему чисто как гадза, такой, блядь. И нет деда. Просто. Как это? Ладно. Хотел пошутить про... Ну, не буду шутить про это. Ну, вкусный шоколад, кстати. Я загрыз деда, кстати.